Ночью 12 и 13 ноября движение по старому мосту через Волгу в Твери будет ограничено. На участке от улицы Советской до площади Мира. Это связано с работами по демонтажу опор контактной сети, которые ранее использовались для обеспечения движения троллейбусов. Движение будет закрываться в 23:30 и возобновляться в 5:30. Объезд перекрытого участка будет организован в соответствии с временными дорожными знаками. Общественный транспорт, который обычно ходит через старый мост, это автобусы номер 43, 116, 154, пойдут через новый Волжский мост.